ремонтируем он, потому что это самое дело. Что? Аварийно опасно. Что-то взамен он будет? Взамен будет, да, потом. Когда? Когда вы будете голосовать вместе со своим домом. Можно было отремонтировать гораздо дешевле, чем стоит этот эвакуатор. Буквально прибить доски на сиденье, покрасить и смазать цепи. И качели бы еще долго служили. Но вот если бы ее увезли на другую площадку и поставили другим детям в Краснообске, это одно. Но они оказались нужнее детям, которые живут рядом с депутатом в дачном поселке. Значит, эти качели, они никуда не увезены, ни какой-то частному лицу. Тем более, как в интернете говорят, что Лысик его, значит, увез себе их на дачу. Этого ничего нету, вы сами видите все это дело. Ну, как сказать, да, они у нас, будем говорить, находятся в аварийном состоянии. Вот, надо их провести. На свой риск и страх, под нашу ответственность, мы хотели бы здесь их отремонтировать. Раньше депутат лоббировал проект парковки, который находится в участок неподалеку. У него возник конфликт с жителями. Возможно, это взаимосвязанная история. Что это значит? Ну, возможно, это месть депутата за то, что жители отстаивают свои права. Так. Вы же против. Вы против, да? Против чего? Против всего. Вы выступали против благоустройства. Возле вот, парковку вы называете благоустройством? Да. Мы сейчас посмотрим, что случается с площадками, где убрали элементы благоустройства. Пойдемте посмотрим. Как только на площадке пропадают все элементы детской площадки, она тут же становится не детской площадкой, а возможной парковкой, чем угодно. Ее можно закатать в бетон, кинуть бетонные блоки и вот такую красоту увидеть. Кстати, вот эти бетонные блоки, это и есть элементы детской площадки, да. Когда-то разрушенные.